А это школа. Не верите? Здесь есть опытные преподаватели и усердные ученицы. И учебники, в которых, правда, не везде изложен главный учебный предмет этой школы. Но девушкам, ученицам Муромской школы-магазина, этот предмет известен. Доброе настроение покупателя. А вот и экзаменаторы. Но, как видите, все обходится без двоек и единиц, которые мы порой выставляем иному продавцу в жалобной книге. Она здесь не нужна. По путевке комсомола пришли девчата за прилавок.